Санаторий «Красная Глинка» расположился в зеленой зоне города Самары, которую еще называют «Маленькой Швейцарией». С высоких берегов Волги открывается прекрасный вид на Сокольи горы. Чистейший воздух и прекрасный мягкий климат здешних мест заставляют забыть все тревоги и заботы и погрузиться в мир отдыха. Надежда приезжает сюда второй год подряд. Рассказывает, что были с мужем в Кисловодске, в Сочи. А здесь нравится буквально все и близость к городу. Красота «Жигулей», замечательное лечение, добрый, заботливый персонал. Рекомендую не ездить, не тратить деньги. И здесь так недорого, скажем. Вот. Пенсионерам здесь самое. «Красная Глинка» – санаторий с богатой историей, построенный в 1942 году. Более 3000 человек Самары, Самарской области и всей России приезжают сюда каждый год за активным оздоровлением. На сегодняшний день санаторий остается единственной профсоюзной лечебницей в Самарской области. Основным профилем лечения в санатории являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Но наряду с этим санаторий имеет многолетний опыт лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Это сахарный диабет, ожирение, а также заболевания мочевыделительной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. К методикам, применяемым в здравнице, относятся питьевой прием минеральной воды, диетотерапия, грязевые процедуры, аппаратная физиотерапия, ЛФК, ингаляция, фитотерапия, ароматерапия, теренкур, различные виды водолечения, массажа, карбоксотерапия, герудотерапия, озонотерапия, прессотерапия и другие методы лечения. Лечебная процедура прессотерапии сегодня хорошо знакома всем, кто проходит лечение в санатории. Благодаря этой процедуре пациент после окончания процедуры чувствует себя намного легче, так как эта процедура влияет в основном на нижние конечности. Снимает напряжение сосудов нижних конечностей, улучшает дренаж. Карбоксотерапия – популярное инновационное направление в медицине, суть которого заключается в лечении с помощью углекислого газа. В санатории «Красная Глинка» пациенты также могут ею воспользоваться. Карбоксотерапия – это процедура введения под кожу стерильного медицинского углекислого газа. Применяется при заболеваниях суставов, позвоночника. Ее главное преимущество – отсутствие осложнений и побочных эффектов. При этом карбоксотерапия способна справиться с довольно тяжелыми заболеваниями. С учетом основного профиля в санатории работает кишечный, гастроэнтерологический кабинеты, где проводится орошение и промывание минеральной водой. В здравнице имеется хорошая диагностическая база. На сегодняшний день санаторий «Красная Глинка» предлагает услуги по лечению множества заболеваний с помощью целебных свойств минеральной воды и собственной скважины. Без преувеличения можно сказать, предмет особой гордости санатория – минеральная вода «Красноглинская». Принимая нашу минеральную воду, происходит естественный физиологичный такой детокс, да? А если мы к этому еще присоединим имеющиеся у нас дополнительные очищающие процедуры, как, например, кишечное орошение, да, там, ну, тюбажи самые элементарные, кедровые бочки, другие методы, которые у нас есть для этого, то уже получается как бы детокс-программа. Курорт «Красная Глинка» большое внимание уделяет всестороннему оздоровлению. Именно поэтому здесь организовано питание по 8 различным видам диет в зависимости от вашего заболевания. В санатории «Красная Глинка» используются рекомендованные врачами диеты. При необходимости разрабатывается индивидуальный рацион. При выборе блюд отдыхающим оказывается консультативная помощь медицинской сестрой диетической и лечащими врачами. Питание у нас замечательное, все вкусное, повара высококвалифицированные, отдыхающие уходят довольны питанием. На территории санатория «Красная Глинка» расположен спортивно-оздоровительный комплекс. Его двери открыты не только для отдыхающих здравницы, но и для жителей города Самары. Отдыхающие могут рассчитывать на размещение в номерах нескольких категорий. Это люкс, полулюкс, студия, стандарт. В номере есть все необходимое. С балконом спального корпуса открываются восхитительные виды на Жигулевские горы и Волгу. Цена путевки включает 4- или 6-разовое питание по индивидуальному плану или заказному меню. Санаторий принимает отдыхающих круглый год. Приятный и постоянный бонус – скидка пенсионерам. Также действуют специальные предложения и карты для постоянных клиентов. Ну а для новичков разработаны сезонные акции. Санаторий «Красная Глинка» – это уникальная минеральная вода. Высококвалифицированные специалисты, более 150 процедур, диетическое питание,
потрясающая природа и замечательный отдых. Ждем вас в санатории «Красная Глинка».